я решил совместить приятное с полезным и вспомнил, что у меня тоже в гараже давно уже лежат покрышки. 30 кубометров. Такое количество шин успели собрать на мегабаке с начала этого года. После зимы смена покрышек особенно актуальна, признается начальник отдела по обращению с твердыми отходами Илья Симака. Он своим примером показывает, что правильная утилизация мусора – дело важное. После того, как шины попадают в специальный контейнер мегабака, их отправляют на вторичную переработку. Либо они сдаются на дальше по заводам переработки там, металла, например, текстиля, а из резины делается крошка, из которой затем изготавливаются покрытия детских площадок, ковриков бытовых и, например, резины для обуви. Старая мебель, бытовая техника и другой крупногабаритный мусор. На мегабаке есть место для всего. Принести его можно на улицу Зеленая, 34. Здесь расположена Одинцовская площадка. Персонал подскажет, куда направить тот или иной вид отходов. Эмилия Аркелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».